Друзья, приготовьтесь, сейчас надо будет похлопать. Московские армяне снова в родном зале. Пришли на кубок мэра, чтоб забрать медали. Но тут нету медалей, здесь есть только кубок. Согласен, все логично, это же в названии. Московские армяне сильно выступают. Что не из Еревана, вам напоминают. Московские армяне, это очень важно. Ведь это кубок мэра родной столицы нашей. Добрый вечер, земли! Парни, давайте, нужно выиграть кубок мэра. Чтобы выиграть кубок мэра Москвы, нужно думать, как мэр Москвы. Да, надо было тоже не приезжать. Арман, с чего начнем? Предлагаю начать с нашего любимого номера. Случай во дворе. Пап, у меня получается. Да, сынок, ты большой молодец. Ура, я ворую! Друзья, недавно сборная Армении по футболу сыграла со сборной Германии. 6-0. Это мы к чему? С юбилеем КВН! Друзья, у нас впереди с Германией еще один матч, поэтому вполне возможно получится у армянских футболистов еще и Александра Васильевича с юбилеем поздравить. Так, ладно, парни, отлично. Давайте еще чего-нибудь актуального. Хорошо, договорились. Друзья, это Арусяк. Нарек, сейчас опять будут шутки про ее грустное лицо, да? Фану, ну я же не виноват, что ее лицо всегда актуально. Вот, например, сейчас это официальное лицо нерабочей недели. А еще именно с таким лицом ходят все родители, которые запрещали своим детям играть в доту. А еще с таким лицом ходят сейчас все болельщики «Спартака». Кстати, эту шутку можно говорить каждый год. Согласен. Я все равно не понимаю, почему Арусяк такая грустная. Ну, семья у них такая. Кстати, ее родной брат пришел ее поддержать. Он где-то в зале. Арус, встань, пожалуйста. Давай, Арусяк, жги! Ну, фишка у них такая. Так, ладно, парни, все, давайте не об этом. Давайте о чем... Марина, Карина, Анжела, Полина, Оля, Настя, Даша и Кристина. Оксана, Рузанна, Гюльнара, Маша, Лера, Ангелина, Наташа. Ох, господи, думала, очередь в женский туалет. Ну, привет, кубок мэра Москвы! И мои любимые, любимые московские армяне. Хорошенький, хорошенький, такой хорошенький. Ну что, Максим Лексутов, похорошела Москва при Собянине, а? Так, Наташ, где пропадала? Вела перепись. Население? Армян. Ну, зачем ты армян пересчитываешь? Ну кто-то ж должен это контролировать. Так, да? Наташ. Кстати, Константин Львович, а вы чего армян в космос не взяли сниматься? Смотрите, какие актеры, какой типаж. И вообще можно без подготовки, без возвращения. Наташ. Ой, один Арсен чего стоит? Но я же не выживу в космосе. Да ты на Кавказе выжил. Думаешь, в космосе не сможешь, да? Так, все, Наташ, уходи. Парни, ну давайте мы лучше про Москву поговорим. Вот к Новому году в Москве собираются открыть 10 новых станций метро. А вот оно что, да? Ну тогда у нас есть претензия к Максиму Лексутову. Претензия? Ну конечно. Вот смотрите, вы столько новых станций метро открываете, и до сих пор нет армянской станции метро. Ну посудите сами, у латышей есть рижская, у белорусов есть минская, у чеченцев есть чеховская. Подожди, я думал, чеховская у чехов? Ага. У чехов пражская! Не, ну я понимаю, в честь олимпийского чемпиона открыли станцию. Но Киркорову-то за что? А какая у него? Фили! А на какой ветке? На голубой. Парни, ну о чем вы? Даже Сергей Семенович Собянин себе станцию не открыл. Но отцу-то своему открыл. Парни, ну зря вы ругаетесь. Я уверен, сейчас просто нет свободных станций. Нет свободных станций, да? Шелепиха!
Шелепиха! Серьезно, это что вообще такое? Да ладно, шелепиха. То есть для целого народа у вас станции нет, а для одного человека есть? Кто такой этот Марк? Почему вы им так дорожите? Он вам что, жизнь спас? Ребятки, ну что ж вы такие невнимательные-то, а? Ну вот же ваша станция! Аэропорт. Очень смешно. А ты вообще знаешь, что на этой станции на самом деле нет аэропорта? А, то есть вы все-таки знаете, где он? А что ж не пользуемся? Да все, хватит, давайте заканчиваем. Друзья, армяне – самая гостеприимная нация. И мы готовы накрыть на стол по любому поводу. Тем более по такому. В этом году юбилею Константина Львовича! Не, ну уже был, уже прошел. Ну да, да, тоже верно. С другой стороны, в этом году юбилею Максима Лексутова, да? Ну тоже уже было, мероприятие уже прошло. Ну да, да. А, подождите, вспомнил. Юбилей Пелагеи! Не, ну с другой стороны, 18 лет – это не юбилей. Хорош. Спасибо. Ладно. Они вообще есть хотят, нет? Самое главное забыли. Юбилей у Александра Васильевича. Вы представляете, какое празднование будет? Соберемся в Крокус-Сити-Холле. Вообще будет бешеный праздник. Вано, есть один моментик, это только в конце ноября будет. Ну что ж поделать. В общем, уважаемое жюри, Александр Васильевич, как вы видите, стол мы уже накрыли. Теперь нашей команде нужен только повод. Москва. Она для нас все родней и родней. Ее мосты и рассветы. Мы стали вместе намного взрослей. Но наша песня не спета. Мы же знаем, армяне из Москвы. Мы говорим игры. Десятки лет кричит край. И я себе сказал, что я вернусь назад. Не плачу я, ведь все еще впереди. Знаю точно я это. Армяне, спасибо!